Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть в Paint the Town, рассмотреть новый прикольный интересный уровень, который, ребята, у нас нашелся. В общем-то, Castle Defense называется, от Trolls the Bell. Ну, вот такой вот у нас автор, и, соответственно, ребята, сегодня будет захват замка. Если вам нравится Paint the Town, не забудьте прямо сейчас поставить лайк, прекрасный ваш лайкосик, комментарий прямо внизу. Выбрать интересный уровень, ребята, вы можете в комментариях написать интересное название, какой-нибудь интересный челлендж выбрать для следующей серии, друзья. И, соответственно, вполне возможно, ваш вариант попадет в следующие видосики. Что ж, давайте будем, ребята, начинать. И мы находимся на огромной крепости. Просто, ребят, невероятная крепость. А очень много здесь народу. Я надеюсь, здесь тормозить не будет. Посмотрите, здесь, короче, идет нападение. Я так понимаю, автор не уточнил, кто мы такие, что за, так скажем, что за команда против нас будет биться сегодня, что за армия против нас стоит. И я надеюсь, ребята, мы сегодня затащим. Кстати, немножко даже подлагивать, я попробую отойти немножечко, и тут у нас, видимо, наверное... А, вон шипы, посмотрите, можно шипы. Можно, короче, раз, и шипы включить, посмотрите, бам, шипы, давай, работа, плиз, армия, короче, пошла, посмотрите, какое сопротивление у нас идет. Очень много народу, мне напоминает даже Властелин колец, вы посмотрите, прямо здесь какая-то невероятная просто битва, ребята, вот это у нас бойня здесь, очень лютая. Давайте я немножко шок-уэйв здесь сделаю, вот так вот немножко мы их оттолкнем немного, вот так вот, раз, и еще разочек, еще одна волна, вот так вот пошла, бом, полетели, вот это, ребята, дикий трэш, это да, это очень мощно сейчас. Я, кстати, могу еще сделать шоквейп, еще один, бам, короче, отлетает у нас людишки, просто, ребята, рассыпается, куча киллов, невероятное количество. Они улетают, посмотрите, прямо наш замок, ребят, взять непросто. Вот, и нужно как-то нашим помогать. Каким образом я могу это делать? Я могу, конечно, с ними биться. Я возьму, наверное, меч. Может быть, как-то так с ними сражаться. Но посмотрите, сколько здесь их много-то, а? Сколько же вас много? Что же вас так целая уйма просто? Бам, они разлетаются, ребята. Вот это да, вот это уже, да, серьезно. Серьезная битва, прям вообще, ребят. С самой первой же минуты у нас происходит дикий трэш, вообще жесть. Так, заходим сюда, здесь на что лежит. У нас здесь, я мог, конечно, подготовиться. Вы знаете, я мог подготовиться, но подготовиться мне не дали абсолютно. Сразу же началось мясо, я только отошел, да, и тут как бы вот так. Я даже не успел пройтись по замку, посмотреть, какие у нас сильные, слабые стороны. Где что находится, как нам обороняться грамотнее. И, по-моему, за счет этого меня сейчас будут валить, ребята, да, будут валить. И мне кажется, что нужно что-то, ребят, с этим делать. Нам нужно хватать топор, хватать что-нибудь и сражаться, ребят. Сражаться до последнего. У нас уже что-то мало прям народу, я вижу, что... вон у нас щитовики наши подходят, но, по крайней мере, у нас кто-то еще жив. Это уже хорошо. Я делаю все, что могу, ребят, просто все, что могу. Ой, кто у нас так подлетает? Высоко. Я хочу здесь собрать вот этих вот людишек побольше вот здесь. И, соответственно, сейчас мы их задамажим, потому что они как-то слишком много их что-то прямо вот здесь. Это оказалось вот так вот, да, полетели. Может быть, кто-нибудь залетит с карты. Вполне возможно, их немножечко не хватило долететь до края карты. Хотя до края карты, в принципе, прилично лететь. Может быть, у меня получится их собрать на краю и скинуть всех, ребята. Да, это было бы вообще бы шикарно, просто... просто потрясающе, если бы они бы всем слетели бы, это просто вообще. Давайте сейчас попробуем, ребят, давайте попробуем. Так, хватаем мечик, ломаем щиты у щитовиков, например, да, и собираем весь народ где-нибудь вот возле меня. Но у меня немножко не хватает энергии для суперудара, ребят, мне нужно чуть-чуть энергии для суперударчика, чтобы мне затащить, чтобы как-то вот затащить хоть как-нибудь. Давай, плиз, пару киллов мне нужно сделать. Так, ай-яй-яй, меня ранили, боже ты мой. Да, все готово, ребята, все готово. Давайте подождем их где-нибудь здесь, на краю карты. Интересно, смогут ли они туда прийти. Ну, давайте, народ, подходим. Почему-то они идут не особо кучкой такой, да, как бы они... А, сражаются с нашими еще, наверное. Так, где... Ай, тут они никак не улетят. Здесь, как бы, видите... такой барьер, силовое поле, ребят, на краю карты находится, и поэтому никак, наверное, не получится скинуть. Хотя идея была очень интересная. Так, как бы нам сейчас... Щитовиков, ребят, надо мочить. Все, по-моему, остались у нас только лишь
7 человек, ребят, осталось, 7 врагов, и я один против вот такой вот толпы. Как мы будем с ними сражаться? Я попробую их, наверное, например, вот так вот скинуть, да? Есть скилл, нормально, слушай, давайте их попробуем поскидывать отсюда. Может, у нас получится прям реально. Да, норм, 5 человек уже остается. И это прекрасно, красавчик полетел, бам. Нет, он выжил, посмотрите, ну, двухметровые вот эти вот дяди, они очень крепкие, мощные. О, вот это да, вот это сильно было сейчас. Так, у нас один остался, ну давай, родной. Нет, смотри-ка, он живучий мерзавец, а? А ты-то вот у нас, опа, вот этот перевалился, красавчик, но все-таки по-прежнему продолжает жить. И у меня есть еще шок-вейв, ребят, шок-вейв у меня есть, для этого мне нужно сейчас вот как можно больше сейчас народу здесь поставить. Осторожно, так, ты трое человек, у нас осталось трое, и щитовикам, конечно же, с ними все сложнее, потому что они медленно двигаются, видите, иногда застревают, да? Давайте попробуем, наверное, сломать ему щит, и, может быть, он будет быстрее двигаться как-то. Да ладно, я хотел тебе просто щит сломать. Ладно, окей. Окей, чувак, так, он улетел. 2 чувака осталось, ха-ха. Ну как же, вы крепость уже не захватите. Я думаю, что у вас силёнок не хватит у вас силёночек. Мы сейчас попробуем вот как-нибудь вот так сделать. Вот, например, вот так вот, да, полетели, да, красавчики, бам. 1 килл у нас остался, и посмотрим, кто же у нас останется, в общем-то, вот он, да, я понял тебя. Он выбирает оружие, он берет сейчас в руки копье. Мы берем, наверное, давайте щит куда-нибудь выкинем, чтобы он щит случайно не взял. Я попробую его в рукопашный, ребята. В рукопашный, я раненый, избитый, измученный солдат, который остался последний, полководец я. И, соответственно, у меня есть шансы затащить. Он взял копье, и удар, ребята, это победа. Мы затащили, крепость отстояли. Это просто, ребята, шикарно. Ну что ж, нужно найти выход, как же... А, вон выход, наверное, впереди. Нужно уходить, ребят, за подмогой, чтобы нам новое войско набрать и, соответственно, заселить наш замок. Кстати, прикольная битва, прям такая вот брутальнейшая была, прям вот активнейшая, прям вот это было жарко сегодня, вот это да. Поставим лайк этому уровню и идем дальше. Ночной клуб у нас есть, Royal Gamer, автор, ник у него Royal Gamer, в общем-то, он создал для нас ночной клуб. Давайте, ребята, протестируем, посмотрим, собственно, на что он способен, этот ночной клуб, что там интересного мы сегодня там увидим. И обязательно, ребят, поддержим лайком, ребят, не забывайте про ваши лайки, потому что все зависит от ваших лайков, скорость выхода новых серий зависит только лишь от ваших лайкосиков, ребята. И мы находимся возле ночного клуба, это у нас здесь баскетбольная площадочка небольшая, 2 мужика здесь играют, как бы развлекаются, все нормально, отдыхают, тут у нас охранники с бейсбольными битами. Довольно серьезные ребятки, видите, да? Они очень брутальные. Тут у нас очередь, вход в ночной клуб. Это у нас ресепшн, да? Тут у нас как бы пропускает всех. Смотрите, какая у него интересная рубаха вот этого гостя. И мы проходим дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Можно сюда ли пройти? Можно. О, здесь сейф, короче, выручка ночного клуба. Но пока здесь еще они, собственно, не заработали достаточно много денег. О, опа! Слушайте, а дробаш нельзя взять? К сожалению, ребята, нельзя взять дробашек, это прям печаль, беда. Ну ладно, давайте сейчас заходим прямо в самый ночной клуб, посмотрите, как здесь круто и красиво, сколько здесь народу прямо колбасится, отдыхает, наслаждается, танцует. Просто, ребята, мега диско сегодня, вообще прямо, вообще очень жарко. И я думаю, что, наверное, ребята, пора захватить этот ночной клуб, так как я, наверное, сделаю себе более крутой ночной клуб, если мы его захватим. Ну, а, собственно, я же засланный казачок, который решил, так скажем, сделать такую вот мега бучу. И, я не знаю, диджея можно... О, начнем мы с диджея, наверное, да. Да, ребята, начинаем мы с диджея. Я тут хотел увидеть... меч, но меча здесь нету. Печалька. Ну ладно, будем биться с чем придется, что найдем, с тем будем сражаться. Давайте у охранника возьмем дубинку. Ох ты, там сзади кто-то же подбежал. Ничего себе, здесь какая заруба-то, ребята, а? Я думаю, знаете, что здесь получится очень здорово, если у меня будет шок-вейв. Сейчас мы сделаем себе супер-ударище, которое у нас будет просто офигенно работать в толпе, ребята, на танцполе. Просто будет шикарно.
Так, хорошо, yes, еще один, еще. Здесь вообще на входе что творится? Что творится здесь на входе у охранников? Что там происходит? Дать мне бейсбольную биту. Ой, моя любимая трость. Блин, это вообще шикарная тема. Шикарная, ребята, тема трость. Это просто вообще потрясающая штука. Давайте, а, вот еще дубиночка есть. Так, а что у нас здесь? Народ. Отходим. Сражаемся. Битва у нас здесь какая-то просто арена. Место клуба у нас появилось. И сражаются все. Все со всеми. Должен выжить только один. Но такая вот, ребята, у нас арена. Такой челлендж, такое испытание. Так, здесь на улице выходим. А, на улице уже никого нету. Все забежали в клуб. И, соответственно, сражение продолжается. Постараемся, ребята, выжить. Это все-таки у нас вторая карта. И мы должны, ребята, здесь затащить. Здесь много охранников. Главное победить охранников. И вот я вижу вот этот вот зеленый товарищ с этой дубинкой. Вот смотрите, что он делает. Он просто очень мощный, потому что сколько я его не валил, ему вообще пофигу. А сейчас самое интересное, ребята, будет, потому что мы заходим вот сюда, танцпол, и включаем шок-вейв. Давайте попробуем вот так вот. Да, вот это мощно. Вот это было мощно просто. Вот это да. Вот это да, но да. Но, к сожалению, немногие после этого погибли. И соответственно, приходится дальше сражаться, набивать, так скажем, наш суперудар, наши очки. Мы должны как бы их наколотить немножечко и сделать еще потом какой-нибудь просто обалденнейший ударище, суперударище. Я так предлагаю что-нибудь такое грандиозное создать, и это будет просто обалденно. Это будет просто обалденно. Так, еще у нас киллы. На танцполе у нас тут все танцуют. Так. Охрана выходит. Выходит охрана. Главное, там охранник тоже стоит. И не дает возможности как бы расслабиться, ребята, абсолютно. Абсолютно не дает возможности расслабиться. А нам нужно еще шок-вейв где-нибудь заработать. Что тут можно еще взять? Здесь какое-нибудь оружие у кого-нибудь? А, где есть? Бейсбольная бита, прекрасно, прекрасно. Вот он, самый главный охранник, он тоже бежит. Это типа как босс, да? Его нужно будет, наверное, мочить последнего. Я думаю, что он самый живучий из всех. И с ним будет очень трудно и сложно сражаться, но тем не менее я надеюсь, что мы должны справиться. И у нас есть еще возможность, ребята, шок-вейв использовать, и мы это сделаем. Мы это сделаем вот так вот, да, полетели. Посмотрите, сальто, народ нас крутит просто сальтухи и улетает вообще на другую сторону зала. Вот это, ребята, да, вот это мощно. Это мощно, блин, как же мне здесь выжить. Посмотрите, там кто-то взломал сцену и идет просто прямо сквозь сцену. Вот это да, это самые опасные товарищи, потому что сквозь сцену, когда ходят, ты не понимаешь, с какой стороны ударит. Вот смотрите, да, он может просто, ну, с корточек как бы ударить с приседа и так далее. Это очень опасно, это очень коварные такие вот бойцы, которые попадаются в Paint the Town Red. И здесь, соответственно, ребята, у нас есть неплохие шансы затащить. У меня еще есть возможность. Давайте сейчас попробуем заработать, знаете, на что? Я предлагаю заработать на берсерка. На берсерк, суперудар берсерк. Вот именно здесь будет прямо очень хорош, потому что мы сможем много сделать киллов с помощью этого удара. Вот, суперударчика. И, соответственно, мы сможем, ребята, сделать, ну, много заработать очков. Вот так вот. Так, у меня есть бутылка, оружие у меня постепенно заканчивается. Так, у нас уже шок-вейв появился, это хорошо. Части мы уже суперударчика восстановили, так скажем. Так, что у нас здесь есть? У нас есть какое-нибудь оружие, блин. А, тут еще у нас чуваки. Вы это... Ох ты гад, а, слушайте, как он так-то, а? Баскетбольным мячом я его сразил, что, собственно, странно. Да, бутылками иногда, какими-то палками никого-то убить не можешь, но баскетбольный мяч иногда прям вот вообще творит чудеса. Прям вот неожиданные такие вещи, да. Так, все, готово, норм. Возьмем сейчас кинжальчик. С кинжалом будет, конечно же, попроще немножко. Маленький тесачочек, опа, ничего себе, я отлетел от чего это так. Так, и у нас, ребята, скоро сейчас будет готов берсерк. Давайте зачистим территорию, где мы будем его использовать. Нам нужно сосредоточиться как можно мощнее, как можно сильней. Вот, и все будет прекрасно. Дайте мне какую-нибудь дубинку. Эпплиз, оу, оу, да, есть берсерк, ребята, готов. Запрыгиваем на сцену, берем берсерка вот так вот. И бам! Ох ты гад, а! Попал!
попал. Есть, самого главного охранника убили. Офигенно, ребята. Снесли мы его просто, это просто шикарно. Это на самом деле просто обалденно, потому что, ну блин, с ним бы большие бы проблемы. И сейчас у нас просто, наверное, киллов у нас получается сколько? Киллов 6-7 мы, наверное, изи сделали. Просто вот вообще изи, ребята. Получилось просто обалденно, шикарно. Два человека остается, и мы уже, в принципе, ребята, все. Делаем киллы, и да, да, ребят, да, это прекрасно, это победа, и мы уверенно затаскиваем, выигрываем, так скажем, в этом непростом поединке. И, ребята, победа, да, шикарно. Ну что же, если вам нравится Пенза Танрайт, не забудьте, ребят, поставить лайкосик, подписаться на канал, нажать на колокольчик, предложить ваш уровень в следующей серии. И, соответственно, ребята, всем счастливо, с вами был Родригес, и всем пока-пока.